В преддверии начала отопительного сезона ведется активная проверка готовности областей страны к бесперебойной подаче теплоэнергии населению. К примеру, Хорезмский филиал акционерного общества «Региональные электрические сети» обеспечивает электроэнергией потребителей благодаря 65 подстанциям, более 14 тысячам километров линий электропередачи и низковольтным трансформаторным пунктам. Джамшид Саатов продолжит. Спрос на энергоресурсы в нашей стране растет из года в год. В соответствии с этим строятся новые станции и наращиваются генерирующие мощности. В рамках реализации задач, озвученных главой государства, комплексная работа налажена и в Хорезмской области. Акционерным обществом региональные электрические сети поэтапно решаются проблемы, связанные с бесперебойным обеспечением населения электроэнергией и проведением нынешнего осенне-зимнего сезона без потерь. Сформирован резерв из 97 трансформаторных пунктов, отремонтировано 3000 километров линии электропередачи, 1200 трансформаторных пунктов. Есть возможность наблюдать за каждой подстанцией в режиме онлайн. Система позволяет отслеживать работу каждого трансформаторного пункта, возможные перебои и уровень нагрузки на каждой подстанции. В Махале и Исламабад завершены строительные работы на более чем 1,5 километрах электросети и одной трансформаторной подстанции городского типа мощностью 630 киловатт. Тем самым была решена проблема с перебоями, которые наблюдались в электричестве, доставляя населению постоянное неудобство. За январь-октябрь текущего года были полностью обновлены 650 километров линии электропередачи и 216 трансформаторных пунктов. В результате улучшилось качество электроэнергии. В регионе создан дополнительный резерв данного ресурса в размере 294 мегаватт. Также это позволило улучшить электроснабжение более 202 тысяч домохозяйств. В целом, за последние 5 лет в целях повышения уровня жизни жителей Хорезмской области протянуто почти 3000 километров линии электропередачи и построено 1125 трансформаторных подстанций, и работа в данном направлении продолжается.